еще один всенародно ожидаемый многопользовательский боевик второй половины этого года — кооперативный шутер Evolve от Turtle Rock Studios, создателей Left 4 Dead, приложивших также руку и к развитию серии Counter-Strike. Фабула проекта одновременно проста и оригинальна. Группа из 4 охотников идет по следу кровожадного хищника, способного быстро эволюционировать в еще более опасные и смертоносные формы. При этом и за охотников, и за монстра играют живые люди. Получается вроде как не совсем честно — 4 против 1. Но если поначалу зверь действительно слабоват для открытого противостояния вооруженному до зубов отряду, то, как следует откормившись бегающими по карте животными, тварь увеличивается в размерах и приобретает новые способности. Спустя несколько таких мутаций уже нельзя сказать наверняка, кто теперь охотник, а кто жертва. В конце концов, неубитый вовремя монстр превращается в полноценного босса, готового встретиться лицом к лицу хоть с квартетом, хоть с дюжиной солдат. Все это действо разворачивается на просторах мрачных запутанных уровней, полных как укромных мест для засады, так и открытых пространств, пригодных для яростных стычек. И все это счастье создается для ПК и консолей текущего уже поколения на мощностях CryEngine 3.